Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем с Урбарем. Да. Да, с Урбарем, короче, создай персонажа. Говорят, топовая. А говорят, нет. Говорят. Короче, и такие отзывы. Говорят, не повезет, если кот дернул. Решили посмотреть, поиграть, что это. Знаешь, что? Чего? Да. Андрюх, я создаю хипстера. Так, подожди, а я кого буду? Кого Андрюха будет создавать? Выберите лицо. Содержите строки лицо, Что? Так. Строки? Ник нужен. Ник. Андрюх, прикинь, у меня содержит ли брань какую-то нецензурную, в смысле, блядь? Кто у тебя содержит? Я написал вечный жид. Подожди. Вечный. А это русский. Давай без этого. Там русских. Или жить, а? Может там русские. Давай их буду. Строки содержат нецензурную лексику, прикинь. Слушай, а тут какой есть? О, давай напишем спасибо деду. За победу. Так, ну я в принципе лицо. А, слышишь, Андрюх, а ты какой? Подожди, я тоже, кстати, я хипстер, а да, хипстера создаваем? Фу, хипстер. Хипстер создаем? Ну, такой, блядь, как Эмма такой. У него две полосы такой еще, короче. Внизу, в третий. Да у меня тут вот. Они вообще в разные стороны какие-то, понятно? Нет, ну, как у меня, то же самое. Давай, какого я возьму. Сначала увидишь. Да. Блять, нахуй. Так, выбор группировки. Стой, я хипстер создаю. А не, Бори, татушка там наебали. Красавчик, слышь? Не, да я белого там. Слышишь, подожди, Андрюх, какой у тебя ник? Слышишь? Андрюх, какое у тебя имя? Как и... Ты английский написал? Да. Давай напишу некий ТВ, хорошо, так, мой этот... Выбер... Ну. Подожди, выбор... Ребят, подписывайтесь на канал, вот канал, вот мой, шучу, нет, ладно. Так, ой, бать, что такое армия возрождения? Бродяги, слушай, бродяги. Защита от аномалий, плюс снайперское оружие, плюс и минус низкая защита от пуль. Тактика боя. Ведут бой при помощи снайперского оружия для... На больших дистанциях. Высокая устойчивость, аномальным зонам появляет дым, та-та-та-та-та. Чего? О, я, короче, знаешь, черный. Ну я просто посмотрел, кто это, черный рынок, и все, да, у них такие скины угарные, просто джиггернаут, смотри, армия возрождения, просто джиггернаут нахуй с пулеметом, смотри. Варфейс, я, короче, беру снайпера, слышишь? И здесь он варфейс. Я беру снайпера, правда. Снайпера? Не, я, наверное, возьму, вон, самое последнее. Ты берешь протяги, берешь, да? Получается. Не, последний край, он снайпер. Почему? А, стой, да. Нет, посмотри. Кемперы это бродяги первые. Бродяги, пацаны. Мама родила бродягу. Ведут бой при помощи снайперской. Видишь, снайперская винтовка у них. А черный рынок. Подожди, а... Кемперовки могут быстро перемещаться по карте и выполнять тактические задачи. А я, наверное, черный рынок возьму. Пацанов... Андрюх, берешь гернат. Надо уважать, бля. Слышишь, Андрюх? А. А мы с тобой сможем, типа, вот если я выберу, например, группировку эту, да, мы с тобой сможем играть вообще, то есть так? Да, ну давай попробуем. Если что, там, подожди, можно, я думаю, что-то с чем-то сделать. Ну давай, я беру беру бродягу, давай, я же бродяга всё-таки. Бродяг, а я беру... Приветствую вас, рынок. Выживший. Присоединиться. Так, приветствую тебя, выживший. Какой я выживший, блядь? Я живу. Надеюсь. Уже сколько лет, блядь, какой я нахуй выживший, блядь. Спасибо, этот мир... Так, этот мне мир сразу нужно... А где тут настройщики? Катастрофу и стал враждебным. Я помогаю новобранцам в нашей группировке получать знания, которые помогут им выжить. Конечно, одними советами жив не будешь, так что держи вот немного шматья в подарок от нашей группировки, братан. Осталось тут от новичка. Вон это сдох уже давно, который не справился с обучением. Эминем, ебать. Он, сука, сдох уже, вот мы тебе отдали. Второе, померли, говорит, вот в этой одежде, блядь. Ты будешь четвертый, сука. Я тут пока, короче, этот... Так, надеть, давай. Пытаюсь пока сделать себе масштабное разрешение. И пообщайся с другими выжившими. Так, в чате. Готов. Так, все, мы разобрались, короче, с Андрюхой. Да, да, и слава богу. Готовы убивать, блядь. Я видал, блядь, просто... Так, а, у тебя вон, как? Да? У меня мойсон написано, типа, смотри, как я встал такой, блядь, как нахуй. Просто, мы, опа, кого разъебать, слышишь, мой дядя, нахуй. Подходи, подумай. А чё? Так, да, конечно. Борода в деле её. Решает вопрос. Такой, оп, кулак сейчас. Такой согнул, сейчас, сука. У тебя кулак такой разогнулся, такой, сейчас, сука, разъебу, сука, всех нахуй. Ты такой, смотри, сейчас. Я такой стою, такой.
Что за хуйня, блядь, ты с кем, блядь, кто, сука, стоит? Что за оружие, за нахуй? Такая? А че у тебя косичка, блядь? Косичка. Я хуй, блядь. Ты че, педик, что ли? Я этот, я эмо, нахуй. А я смотрю, как бородатый, лысый. В кассе. О, че ты? Ты была? А вот. А я говорю, я ж тебе говорю, я дудоса этот создам. Я ж тебе говорил. Я вообще хипстера победит хотел команду, создать поначалу. Останется больше очков подкрепления. Каждая смерть бойца отнимает одну очку. Так. Ну чё, понеслась, как говорится? А чё, у меня сейчас происходит? В чём буду я гонять? Не знаю, у меня Мосина вроде. Вроде Мосина, не знаю, честно говоря, чё у меня, но я просто поставил. А я буду с дробащиком ходить. Ой, некий здорово. А у меня ещё, подожди, ничего нету? Здорово. У меня только чё-то грузится или чё? У меня грузится, о! Подожди, Ебать. Да, это Мосина. Ну пошли. А, ты свой. Да похуй. Ай да ебать. Давай. Ну чё? Чё, пацаны? Ёпты, бандиты, она... Андрюха в деле. Let's go! Бородатый Мадафакер, бич продакшн. Давай. Ёпыш, кто стреляет, сука? Уже, а с ножа? Тихо. Ада, ты где? Ада вместе, ебать. На, блядь. Кто, где? На, внизу, сука. Кто? Да, да похуй, это рашит. В кустах, да. Там, почти вижу, готов. Бах! Мимо, братан. Готов. Бах. Готов, все. Убил, не? А кто? Я убил. Ты, ну ты дудос. Ага. Бах, а змей там. Ох, хп регенится, лол. Серьезно? Да, смотри. Рили? 88, да. У меня 100. Ну, так, тебя не попали. Пошли. Наших бьют. Да, братан. Наших бьют. Жди. Меня бьют. Бах! Бил, брат! Напарник, за тебя колым отдам. Меня спас, короче. Просто мать родила гейба. Еще сзади справа! Справа. Надо чуть-чуть сменять. Тихо, упал, отжался, два сразу. Я тоже. Кто стреляет, сука? Давай, вали. Пистолет, вали, сука, в руки. Их тут. Текаем, брат! Свали, брат, убили! Убили! Убили, брат! Блять, пацану. Пацан 2, меня тоже убили. Нормально. Слышь, дай-ка чуть-чуть поменять чуть-чуть, потому что. Давай. Потому что мне непривычно, надо чуть-чуть побольше делать. Ну я кашу, конечно. Отдача здесь, конечно. Прицеливание здесь. Так конечно. Это вот не Warface, ребят. После Warface, конечно. Карту посмотрим. Ты где, Андрюх, жди меня, братан? А ты где? Вон он ты. Сейчас цыган, не пойдем продавать. Давай. Кай, тебе можем уебать? Подожди, стой на месте. Давай. Я не знаю, уебать. Ой, блядь! Как ты так сделал, слышь? Я просто прикладом бахнул тебя. А как именно? Тут по своим решил бить вида, понял. Как? На F уж нажал. На F нажал? Бах, убил. А, она ваншотит, лол? Да. Ваншот дает? Она ваншотит, походу, слышишь? А что это такое? Да, Мосина. Аномалия какая-то, слышите? Кто, где? Посмотрим. Где иду? Разрушить. Аномалию. Меня, да. Охотник за артефактом я. Ты где? Аномалию. Где РТС или... Вот он я. Видишь меня? Ай! Не ссы, я тебя не попал в тебя. Ай! Я разрушил. Успел, чуть не упал. Лопухи и семки можно погрызть. Ёб твою дебилию. Ебать, давай, как в детстве, ты молодые. Просто садимся тихо, пока под береза, пока не пришли. Аномалия. Нас оружием стрелять. Блядь, кем? Блядь, внизу, сука, с дробаша. Богов нахуй. Старый. Пистолет, чёрный пистолет. У меня старый слил. Плохо дело. Ладно. Нормально. Нормально, давай. Почему? Так, вижу врага. Вообще ничего. Здесь да я тоже. Ну в принципе. Тихо, враги. Вон он, идёт. Кто? Брат, мать. Так, а ты где? Ты где? Блин, как тут стрелять, бля? Мама, научи меня стрелять. О, враг. О, лол, слышишь, она реально ваншотит, смотри. Попал, сука! Ух. Он же сейчас... Мосина в шоте, слышишь? Конечно, ты. Чё такое, аномалия какие-то, чё такое, надо пройти прочекать. Блять, ствол, пистолет! Не, на место здесь. Готов. Ебать, готов. Стрелять! Спасай! Кать. Спасай мою жопу. Гайня. Спасай, меня выносят! Спасай, блять, вынес. Тут досят, я тут... Минус я 2. Тут с этот... Минус 2 с пистолета. Этот на вершине, слышишь? Изи, гейм. Холма. Это вам не Warface. Вообще. И ну слышишь, а игра-то. О, нормально, что как её что делать с ней? Разрушить. Сейчас что-то разрушаю, Андрюх. Да, разрушить какую-то. Аномалию. Дудос!
Хорошо, просто минус 3. Черт, пистолетик просто решает вопрос. У меня. Я тоже. Разрушаю. Давай. А что такое? Опа, 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 враги, кто-то стреляет. Андрюх, кто-то по мне ебашил. Ну, не знаю. Ага. Что скажешь насчет игры? Игра? Как у тебя слушай... первое твое впечатление? Расскажи. Так пизда, да, меня убили. Нет, слышишь? Ее можно играть, то есть Warface кидать и просто сюда приходить. Это что? Замена Warface, да? Да, почему бы нет? Прикольно. Ну реально прикольно, не лагает ничего. 10. Ну да, как бы. Лагю. Нету лагов. FPS. Да. Мощно. Нормальный стрим. Чем я тут? Я... Были бы тут этот еще какого? Какого? Присел а прикольно был. Давай, говно. Давай, говно. Блять, с дробаша, сука. Так когда я попаду? С дробаша, если. Нет, капец, тут шпили. Андрюха снайпер. О-о-о-о-о-о. Кэтшот? Интуиция, слышишь, у меня интуиция просто мать родила, блядь, Вангу. Ты где, Андрюха? Я уничтожаю Баланду. Интуиция Варфейса. Я иду в твою сторону, иду. Тут какая-то... Что уничтожу, давай. О, уничтожу сейчас. Разрушаем. А я в плюс иду, лол? Я в плюс иду, Андрюх. А я в плюсе? Я в плюс иду. Бру, блядь! Тихо, в эту игру, тихо, мансить лево-право. В жизни вообще, блядь. Ну? Андрюх, ну ты пистолет-то вообще нет отдачи, прикинь? Да. О, минус, фига. Это я красавчик. Хорош. Вот ты с будет Супермен там прыгаешь. Ебать, а да, я вот тут. Ты штырит, в болоте, меня братан. Штырит, слышь, здесь. Подожди, я не... Враг! Убил. Убил. Разрушай, спокойствие, мама. Сети. Хорош. Пойдем. Перезаряжаю. Пойдем к душой, другой. Тоже. Кто стреляет? Где? Слева, справа, где? Боковой. Сзади, где? Андрюха! Боковой, сзади! Ты вот туда стреляешь! Я в тебя локтя. Попал. Нечаянно. Окно. Да нормально. Покни, блядь. Никит. АВП? У меня идет. У меня. А, чё? АВП, сука! Давай, блядь, сука! Ты, братан. Сереубист. Сереубист. Тикай. Мститель. Тикай со снайперки. Я как это... Справа! Дурак, Дудос, ты по мне ты стреляешь. Зачем ко мне полез, блядь? Блядь, что здесь охренеть? Я лезь, блядь. Воин. Я воин. Я хилю, стой, подожди меня. Ты воин драконов. Тебя. Подожди меня. Я мститель еще. Я перезарядочка идет. Америка. Идет в бой. Капитан Америка. О, и железный человек. А, Андрюха. Вот когда тройку нажмешь, у тебя хп, короче, регенится еще. Слышишь, да, вдобавок. Право. Убил одного. Там еще. Да. Еще там. Хорошо. Били? Слушай, ну довольно. Бля, за тебя там еще. Интересная. И реально и прикольная. Плей, гранаты есть? Можешь кидать? Вроде нормально. А? Гранаты нельзя кидать. Нельзя, да. К сожалению, пока что этого делать нам нельзя. Да. О, да. Рандом. Дома мы ничего не будем стрелять. Бах. Аномалию увидел я. Мама, стал я мансю. Да? Лол, тут можно мансить и чё? Слышишь, как в Warface? Он прыгает, как колпузник, блядь. Блин, меня где? Убили. Где? Инфу. Нам, ну где? Мы с тобой а вон, были. Где мы с тобой были? Блять, блин, играли реально прикольно. Здесь охренеть можно. Ребят. Единственное, что херово здесь, это... Короче, ребят, отдача. Насчёт этой игры... А дальше чё? Вот у меня, ну, у меня этот, особо... Плюс ставлю. Когда только в прицеле, только у вас слайд. Плюс ставлю. Графики. Да, как бы. Графика здесь тоже нормальная, но отдача здесь, конечно, жесткая. Даль, бишь, как сказать? Даль вот так вот стрелку делать, я вам, конечно. Ну смотри, Андрюх, в чем эпик? То, что у меня. Смотри, у меня. Жди меня, кстати, там, я сейчас иду. У меня. Говно. Хорошо. Ваншот. Да? Не, смотри, у тебя, считай, отдача и так. То есть. Как-то. Ну, у тебя есть, а у меня-то, считай, у меня же. Как. Как Макмиллан, ну, блядь, стреляет. Опа. Хэмперка. У меня-то нет. О, там еще один дудос идет. Я на крыше. На крыше дома твоего. Иди, жди меня там. Меня стреляют. Они стреляют. По ниточке. Мать родила снайпера просто. Фу, снайпер. О, вот он. Блядь, я как... Блядь, у меня сейчас... Тихо! Блядь,
видел. С приклада. Вот так вот. Блять. Аптечку. Как, Андрюха, я там с приклада дал пацану в со спины, да, по хребтине дал. Слышишь, по хребтине дал, а он не умер, а у меня раз с кулака левого, я просто в нокдаун, просто как пьяная матрица. Да? Упал. Ты, Саша? Нет, единственное, здесь еще... Просто я со спины даю... Ну, ее можно как бы играть... Играть, да, так. Ну так, для приколочек. Войти, прикалываться здесь можно. Меня в спину стреляют. Вот, так. А ты умер? Или жив? Я иду к тебе. Цеф я поставлю, поле жительный. Что? Блин, слава богу, вам... Блин, знаешь, когда ты стреляешь... Что это такое, мне кто-то стреляет? Кого? Кого? Ой, касса своя. Аномалию. Я тут пацан косожопый. Короче, в чем хорошо то, что у меня ваншотит, понимаешь? Конечно, я тебя все. Разрушаю, слышишь? Ты меня с убилом убил. О, еще одна аномалия. Нет, где это? Удос. Меня зарезали как... Да. Ой, тут трое, лол. Ой, серия убийств просто. Чё это такие, алло? Меня в спину ударили. Я просто их не знаю как ложу. Слава богу ваншоты, слышишь, идёт реально, просто прикольно. Прыжки, блядь. У них тут, отвечаю. Прыжки. По батуту. Отдай ко мне, слышишь, отдай сюда. Как, сука, спортсмены, блядь. Бах. На, блядь, за тебя. Тикай, тикай, у меня перезарядка. Перезарядка. А, хорош. А он где? Я иду к тебе. Давай. Здорово. Бля. Толстый. Сзади есть, сзади есть. Сзади. Там нельзя, да. Он вон идет, смотри. Он идет. Хуя. Шаги. Перезарядка. Как дай ему сейчас будет, смотри. Перезарядка, перезарядка, слышишь? Вон он. Вон он. Вижу. Ну тут, блин, прицела нет, но все равно можно с него упасть, хорошо. Да блин, ну. Ло, мультиубийство у меня. Убийство, блядь. Мультиубийство, мультифрукт, блядь. Поехали дальше. Давай. Аномалию убивай, я прикрываю, пробую. Вижу аномалию. А где она? Я на первом месте, лол. Вот он, вот. У меня нету аномалии. Нет, а вот, я разрушаю, все нормально. А я не могу разрушить. Надо было вниз посмотреть, братан. Вон, вон, спереди. Блять, его ты! Я убил его! Я уходил в спину, блять, сука, задубился! Ножом! Обидно то, что ножа не... А ножа нет, вот это обидно, слышишь? Да ладно, нормально. Смотри, Андрюх, чё я могу! Как ты сказал? Как ты это сказал? На мышку нажал, и вот. Как ты это сделал? Правый фланг. Вот. А как? Атакуйте их, чёрт вас подери! Вот, на мышку нажал, и всё. Какой? Ну, на колесико. На колесико нажми и держи. Прицел. Прицел на колесико? Прицел на колесико. В смысле? Прямом? В смысле прицел. Как? Вот так. Враг. Блядь, где? Бам. Стреляй. В смысле? Стреляй, кто? Вон стоит. Стреляй, кто? Убил. Не знаю, я тикаю. Тикаю. А, меня убили, брат. Откуда? А, у него кемперка. Там у всех... Сейчас нормально, остановимся. У меня на мышку нажал, то есть на колесико вот это и держал, и все. Жесть. Ты где? А у меня нет такого. А ты где? Вот это у меня. Я. Далеко. Высоко. Юлька. Если бы они еще поработали, да, с ней, в принципе, то бы еще. Ну это только вообще бета. Хорошо было бы. Бета, то бишь там. А это бета только? Да. Все дела. Серьезно, прикольно. Да? То есть игрушка еще находится игра... на стадии разработки. Ну. Что он на бесплатно, это уже хорошо, а если бы это хорошо, бы, да. Деньги бы, то я бы ее бы не купил бы. Ну, в общем, а, все? У нас выиграли? Закончился. Ты на... Победа. Открыл достижение. В принципе, на каком игрушка неплохая, друзья, это наш первый взгляд. Нифига, конечно, у меня просто, слышишь? Будем в нее еще играть. Кэш, бум, только так. Вот, она... Андрюха, этом... мне столько дали достижений, ты не представляешь. На этом... Наш выпуск первый этой игры закончится, да. Если еще, ставьте лайки, мы еще будем продолжать. Подписку, угорать лайк, в ней. Палец вверх, будем угорать, смеяться. Да, свечку поставьте. И еще будет впереди очень много-много игр. Всем пока, друзья.